ценой собственной жизни спасли раненого товарища. Прорвавшиеся на помощь однополчане, израсходовав все патроны, были вынуждены сражаться с противником в рукопашной схватке. Традиция проводить реконструкции на плацу Академии в преддверии праздника в Овсине появилась в 2015 году. Сюжеты всегда разные, берутся не только фрагменты знаковых битв, но и малоизвестных сражений, которые все же повлияли на ход войны. В предыдущие разы мы посвящали нашей реконструкции подвигам партизан. Прошлый год у нас запомнился подвигом Королева, легендарного советского боксера, который смог в рукопашной схватке уложить ударом кулака несколько немцев и вынести с поля боя своего раненого товарища. В этом же году мы расскажем и покажем подвиг двух женщин-снайперов, которые были отрезаны от основных сил своего подразделения, на себе вынесли раненого снайпера, мужчину Новикова, который был тяжело ранен в бессознательном состоянии. Наталья Ковшова и Мария Поливанова в ходе операции погибли, а вот снайпер, которого они спасли, дошел до Берлина, оставив на стене Рейхстага послание не только о себе, но и о двух храбрых и самоотверженных девушках-снайперах. Мою героиню зовут Наталья Ковшова. Она со своей подругой Марией Поливановой участвовали в Великой Отечественной войне. Они были снайперами. Во время одного из захватов они взяли огонь на себя, тем самым забрав жизни несколько десяток немецких захватчиков. Я считаю, что подвиг Натальи Ковшовой и Марии Поливановой был очень важен в ходе Великой Отечественной войны. Поступок этих девушек стал одной частью этой великой победы. И таких сюжетов в истории Великой Отечественной войны много, когда русские солдаты ценой собственной жизни делали шаг на пути к общей победе над фашистским захватчиком. В Академии ФСИН на патриотическом воспитании делают акцент не только в преддверии Дня Победы. В процессе обучения все дни воинской славы у нас отмечаются в виде викторин, в виде научных конференций, в виде творческих номеров. Каждый день воинской славы он придает, в общем-то, такой неподдельный интерес тем курсантам, которые вновь прибыли. И понятно, что вот эти вот все мероприятия, которые мы проводим в дни воинской славы, они, безусловно, положительно влияют на тот фон, на тот положительный фон, который формирует в коллективах самосознание у молодых людей. А еще в Академии с 2005 года есть клуб «Поиск». В рамках патриотического объединения курсанты вместе с преподавателями выезжают на раскопки, чтобы поднять останки солдат Красной Армии и захоронить с воинскими почестями. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».